С подарками и поздравлениями накануне приехали в деревню Пелище сотрудники Брестской городской детской поликлиники номер 1. Порядка 13 лет здесь функционирует социально-педагогический центр. Здесь находятся дети от 3 до 18 лет, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Дети могут находиться признанные нуждающие в государственной защите. Также они могут находиться по заявлению родителей, если есть какая-то ситуация в семье, для быстрого исправления этой ситуации. Также могут находиться по личному заявлению несовершеннолетних, если есть какие-то конфликтные ситуации в семье. Центр рассчитан на единовременное пребывание 14 детей. В настоящее время в учреждении находится 5 воспитанников. Самому младшему 4 года, старшему 12 лет. Именно они и встречали гостей, сотрудников первой Брестской детской поликлиники. Инициатором, я уже говорила, вообще этой акции стала наша молодежь, БРСМ. Ну а Белая Русь, конечно, у нас вообще активная организация, мы подключились. А поскольку у нас многие сотрудники учреждений являются одновременно и членами БРСМ, и членами первичной организации «Белая Русь», и членами Белорусского союза женщин, и членами профсоюзного комитета, то получилась такая массовая акция, в которой мы все с удовольствием поучаствовали, потому что дела добрые, и почему не поучаствовать? Организовать вообще было без проблем, то есть все откликнулись, все собрали деньги, все купили то, что нужно, потому что педиатры вообще народ отзывчивый. Ну, мы с детьми работаем, нам это вообще не проблема. Это первый такой новогодне-рождественский визит докторов первой городской в Пелище, и он совершенно точно положил начало новой традиции. К воспитанникам Каменецкого районного социально-педагогического центра медицинские работники планируют приезжать регулярно. Конечно же, хотелось бы, чтобы таких центров было как можно меньше их наполняемость была, чтобы детки были в семьях, чтобы они отмечали этот праздник, радовались, конечно, в семьях. Ну, пока есть такая проблема, больше внимания, конечно, таким деткам уделить. А еще самое главное, что вот эта дата, которую мы выбрали, у нас сегодня такой день, сегодня именно день Николая Чудотворца. И в этот день принято делать добрые дела, поэтому все получилось с таким смыслом, наполнено таким содержанием, а самое главное, наполнено теплом и заботой о детях. Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.